Боже, слава Тебе! Дивный наш Господь, благодарим Тебя за милость Твою, что возбудила сна и дал увидеть свет нового дня, которого никогда не было во Вселенной. И от нас сокрыто, что ожидает нас. Научи нас поступать благоразумно, во всем угождая Тебе. Не лиши нас здравомыслия и рассудительности, а если нет, ее подай нам. Господи Боже наш, слава Тебе! Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо Тебя, Христово, в истинной молитве. Так, рассказывай, что ты хотел вчера рассказать на работе? Ну, как? Ну, встань рядом. Ну. Зачем? Ну, ну, никогда не говорят, на лошадь говорят. Ну. Как вчера, это, сходил, поснимал я. Ну и в конце меня, ну там батюшка два замечания делает, что ты снимаешь там все такое, на службе на самой, я прерывался там. Вот, ты делал все, как тебе сказано, снять только богослужение. Ну я... Только богослужение, ты никуда камеру не поворачивал, ничего. Ну я поворачивал на эти... Но об этом разговора не было, это ваша самодеятельность. Ты отвечаешь за то, что делаешь. Я отвечаю за свои слова, а ты... За то, как ты их понял. То есть изобретательность. Грабли утоплены. Ничего нету. Дальше, что батюшка сказал? Ну ты когда снимал, просто молится богослужение, чин богослужения. Тебе в это время было замечание? Было. Да не было. Как? Я вчера прошел этот путь твой. Ты начал крутить камеры, снимать то другое, и людей и прочее. Об этом речи не было, а то ты сам все делаешь. Ну я же отца Акима, когда снимал, когда он читал на клиросе, он же мне сделал замечание. Потому что ты уже до этого-то мотался, и он тебе и сделал замечание. Вот у нас приезжают фотографы, как Вологою. Ты сейчас глазами уже где-то был. Я сейчас говорю, ты никого не помею, не запоминаешь. Вологуев приезжал. Как полусонный. И он заранее спрашивает. Когда мне можно будет подойти снимать? Вот корреспондент приехала, она стояла, оглашенные за дети. Когда выйти, они вышли. Где можно снимать? На какой половине? Когда батюшка выходит, он скромно стоит, ему никогда батюшка не защищает. Почему? Он незаметный. Опять понимаешь, нет, это профессионал высочайшего класса. Ты опять головой крутишь. Понимаешь? Тебе ничего нельзя знать. У тебя твердая установка. А кем она дана, ты никогда не задумываешься. Ну ты уже получил то, что получил. Мне нужен был чин богослужения. Вынос креста. Пойти не можем. А от нашей комнаты, сказать, содружества, пошел ты, хотя бы один. Тебе оказана была честь. И ты бы сделал так. Больше я и не просил. Людей мы знаем. Надписи многократно снимали. Зачем ты начал это делать? Ты конкретно ответил. Ну, вы мне не сказали это не снимать тоже. Все. Я тебе не сказал. Никакого инструктажа не было. Все, Игнат Тихонович. Тут я уже точно с вами не соглашусь. Я тебе не говорю, что в храме пукать нельзя за пятак. Все. Я не говорил про это. Все, хорошо. Больше я ничего снимать не буду. Понимаешь, снимать не буду. Конечно. Работать не буду. А зачем ты нужен здесь? Все, надо. Ты начинаешь пора. Вот так пошло вот выворачивать время. Все. Ну. По результатам смотрим. Ты получил выговор. Да результат безумных слов я еще не видел вообще от человека. Когда он говорит не только, говорит, скоро придет расплата за все то зло, что вы сделали. Игнатий Тихонович, Володя и вот ты сейчас. Так, повтори заново, что-то ничего не понятно, на какую кучу нагородил. Что? Кто это говорит? Алексей, так сказать, в присутствии отца Акима. Ну, что он сказал? Ты, говорит, брат, конечно, нам, но за все, что скоро придет расплата, за все зло, что вы сделали. Игнатий Тихонович, нам расплата, вам. А кто он сказал? Алексей. Он так и сказал. Нам. Так и сказал. Это ему расплата, а не нам. Не, ну это он-то сказал. Ты сам понимаешь. А из-за чего он сказал это? Из-за чего? Что мы сделали не так или нет? Ну то, что вы снимаете, и я снимал, ну, в данном случае. Снимать по-разному можно. Можно ходить там среди людей, разворачиваться, когда можно, нельзя. Это и кому? Что, говорит, позволено Юпитеру, не позволено быку? Я не знаю.
Игнат Тихонович, я не посвящен ваши тут, ваши терки, ваши порядки, там, друг с другом отношения. Ну и реально, я не знал, кого а там надо снимать. Ты не знаешь, что они старообрядцы? Знаю, что так, они все старообрядцы. По порядку. Что ты не знал. А ты вообще ничего не знаешь. Они старообрядцы. Им запрещают с нами молиться. Мы для них еретики и это все, то есть никоньяне. А они старообрядцы, им нельзя. Им нельзя ничего делать. У них только вот так вот таиться и бегать, прятаться. Ну так они не говорят, что участь боязливых в озере огненном. А их поп держит вот так вот в кулаке, что если ты пойдешь туда, лишу причастия. А без причастия ты под забором сдохнешь и тебя в рай не пустят. Ты что тут, я постоянно повторяю это. Теперь это не знаю, что ты ерепенишься, ты дрыгаешь ногами. Не потому что. Все, давай по порядку рассудим. А Леша сказал, скоро будет расплата. Какая? Кому? Вот это он мне не расшифровал. Ну так это понятно, ему за то, что он ходит, его там отлучат. Ему нужно будет соглашенными выходить у старообрядцев. Он и не говорит. Я так понял, что расплата вот нам будет. А нам за что? Ну, за что мы. За все то зло, которое вы причинили нам, за все те скорби, которые. По порядку. Мы причинили зло. Давай по порядку разберем. Кто это причинил? Вы вот его позовите, и он вам скажет. Я его не знаю, что он имеет в виду. Ну ты-то зачем вставать и принял за истину? Я-то понимаю, что это безумные слова. Это глупее, ну просто уже не придумать. Такое сказать. Это-то. Ладно, я один раз снял, но все это относилось к вам. За все те годы, то, что вы их тут снимаете. Я снимаю. То есть за то, что снимаю. Больше ничего нет. Видимо, да, за то, что снимаете. Это уже зло. Ну, по ионному, да. Да мне зачем его мнение? Меня мнение его не должно интересовать. Я считаю, что какое это зло? Это никакого зла тут нету. К нам приезжал Михаил Масленников, фотограф из Москвы. И он фотографирует не где-то, а в храме Христа Спасителя, когда служит патриарх Алексей II. А есть священники старой закалки, как у нас Серафим, он ей-яй-яй, да это храме, да тут нельзя. Патриарх подошел и сказал, братья, не трогайте. Это наша история. Патриарх всея Руси запретил запрещать. Это и так понятно. Где бы патриарх Кирилл не служил, в храмах везде съемки идут. Везде, и притом не одни, а вот с такими вот аппаратурами, да там установлено, они быстро переключают, это столько у них везде есть, и ничего нету. Нельзя присутствовать там оглашенным, а вокруг него стоит охрана. То есть на каждом шагу мы можем привязываться, но мы ни слова нигде не говорим, по-другому нельзя. В прошлый раз, когда он был, там может быть снайперы на крышах сидят, откуда мы знаем. Но его сохраняет Господь. А, Кирюша на себя, на Бога не надеется. Это их слова. Но насчет фотографии, насчет съемок, они разрешают, но только за деньги. Их настоятели. Съемка в храме стоит 50 рублей. Или 150. Не где-то, а в Екатеринбурге. Это сегодня они везде вывешивают. Можно снимать только по благословению денежки. Вот к нам приезжала одна казашка. Она была свидетелем Иеговы, называемой, свидетелем сторожевой башни. Она обратилась, приняла крещение с полным погружением, приехала к нам сюда, и мы с ней пошли. И пришли по благословению и местного митрополита Сергия Иванникова. То есть везде прошли. Он нас благословил, мы у него были в епархии. Я говорю, владыка, мы там снимаем, деда, снимайте. А когда мы снимали, он говорит, а почему двое? Я говорю, один фотоаппарат, а другой. Один только вопрос задал. И когда он бывает, я в алтарь захожу, я чтец, имею право, но я форму не надеваю, я отдал Виктору Андреевичу. И когда он служит здесь, в алтаре, я захожу в алтарь и снимаю, уже потому что алтарных съемок у нас совсем мало. И никогда, ни разу, не то что сказать, а я думаю, как Златоуст говорит, даже и подумать он не мог, чтобы запретить снимать. Тем более после этого мы уже после службы, во время службы он мне говорит, подхожу ко кресту, проповедь, скажите. Понятно, то есть вот. А когда встречает, раскинутые руки, улыбка, то все заснято.
И мы все снимаем, на улице его снимаем, заходит в храм, в храме снимают. Мы кого должны слушать? Он нам запретил? Нет. При батюшке, когда здесь снимаем, Володя снимает, все время снимает. Ты вывода-то не делаешь. Все снимали, значит, у нас не запрещено это? Нет. Не запрещено. Пасхальное богослужение, рождественские, праздничные, беседы идут, у нас все записывается. Ты пошел один раз, а я тогда не буду. То есть это и говоришь, что ничего там и нету. Другой скажешь, а я не держусь за свою должность. Его, ну ты плохо что-то делаешь-то. Я не держусь, немедленно убирать. Я держусь так за свою должность, что никто меня не отнимет. Я отдам свою должность старосты, там, детского лагеря, только тогда, когда сумеет меня убедить, что он будет делать лучше меня. А зачем я буду давать на разрушение его? И это ни день, ни два, 45 лет, и никаких претензий нет. Почему? Я показываю результат. Ни один ребенок не заболел, ни один ребенок не потерялся, не украден. Не то, что делается под капельницами, лежат отравленные. У меня этого нет. Они потому определяют, пыль есть или нет. Я нахожусь в полевых условиях. Ты должен был вывод сделать. Что же я... Ты вообще не рассуждаешь. Никакого выражения. Так. Попали в камеру. Я заканчиваю сейчас. Люди, вот мой грех в чем. То, я что... людей снял. Христиан, которые себя скрывают. Ой, я спала, зачем ты меня ты сейчас сфотографировал? Да потому что... Понимаешь, что тебя прет и прет дальше. Конечно, сатана прет. Из меня просто негодование прет. Да только неловкость, негодование своим, потому что сатана. Ты бы рассудил так. Я сейчас говорю, ты даже минуты не дал соображениям своим. Ты глаза закатил и будешь где-то. Я понимаю, о чем тебе не надо сейчас, ты перебиваешь, стоишь. Глуп тот, кто дает ответ, не выслушал. Писание не знаешь. Платочком вытирайся. И ты прекрасно знаешь, что надо выслушать. И сейчас перебиваешь еще, у тебя бунтует все внутри. Даже на полпредложения ты не можешь. Он из тебя выдавливает эту блевотину непрерывно. То есть перекормлен, слишком много добра получил. Ты рассуждения никакого не ведешь. Везде виновата Настя. Здесь виноват кто-то. Леша подошел и сказал, это его право подойти и сказать. А твое право задуматься и передать. Скажи, он сказал так, что ему сделали зло. Какое? Я вас сведу, мы это обсудим. Он должен будет сказать, какое. И он ничего не назовет. Тогда я скажу, открыто, ничего не сказать. Скажи, тебе добро какое было оказано? Он начнет таиться. Потому что добро такое, что люди даже не поверят, что такое добро в наше время можно делать. Он своим рождением мне, в первую очередь, обязан. Первое. Семьей, которую имеет. Понимаешь, нет? Он сказал, у нас очень хорошие отношения. Везде он созванивается, там бульдозер ищет и где-то. И ему зло. Он сказал, даже трудно поверить, но что он имел зло? Он имел только одно. Что его там будут тискать, старообрядцы за это. А он тогда, как другие, как наша Валя, его мать, не ходят. Я ходить не буду. Это опять выбор его, выбор. Мы от этого ничего не потеряем. И дети не будут приучены к храму. И приблизительно я говорю, я не знаю, что он имел в виду. Зло ему не было сделано ни на микрон, а только добро. И такое добро, о котором ты даже подозревать не можешь. Такое добро, о котором, говорит, и запрещено говорить даже. Он может об этом только вспоминать в самом добром плане. И что тебя так это раздирает? Они сказали, да мало что сказали. На меня сказали больше 5000 человек. Пол дивизии. Только подожди. Не тряси. Умного ты ничего не скажешь, говорит. А если не скажешь, не пожалеешь. Я, говорит, когда промолчал, пожалел один раз. А сказал, говорит, 100 раз уже пожалел. Говори. Мне, с меня как с гуся вода, Игнат Тихович. Мне было, слово-то сказать, мне было досадно, что он это отношение-то это не ко мне слова, а именно к вам больше. Ну только что это ты понял как? Мне это... Он скажет, я отвечаю за свои слова, не за то, как ты понял. Я вас оскорбил, что нет такого у вас единомыслия ни с отцом этим, как сказать... Не с вашим братом, ну, Алексей. Ты понимаешь, куда залез уже? Обсуждение между людьми, когда в своей жизни у тебя развал полный. Я увидел это на примере. Тебе зачем об этом думать-то? Тебе надо было сделать, что нужно, снять
прийти и сказать, дело сделано. Больше ничего тебе не требовалось. Ничего не требовалось. А ты вникаешь в взаимоотношения людей. Тебе ли говорить, когда у тебя в этом отношении, взаимоотношения, никакой практики нет. Абсолютно никакой нету. Совершенно никакой. Ты за один вчерашний день ответить не можешь. До обеда почему вчера не работал? Ты ушел работать. Почему тебя нет на работе там? Я пришел к Игорю, говорит, а его не было. Он пришел, поссал, ушел. Тебя видели, где там оправлялся, что ли? Ну? Ну я где это, как сказать? Ну больше тебя не видели никто. В мусор где? Я туда сходил. Ну да, ну да. Почему ты не работал? То сейчас сколько досок до обеда прибил? Я вообще в доски вчера не прибивал. А, ну прибил эти перегладины горизонтально. Да ты бы прибежал к нам и сказал, ребята, вы задыхаетесь в работе, работа тяжелая, ты видел, как ломом, Володя долбит и долбит кувалды, а ты там где-то опять на стеновали или где скрывался? Где я не скрывался? Ну, знаете, почему ты там... Дочь пошел, я зашел, а я спрятался. Я пошел. Молчи тогда эти слова говорит. Пошел, не работал. Я не могу не верить в старости. У нас прекрасное отношение, еще будет говорить такой спокойный человек. А он вчера не работал. Сегодня, говорит, до обеда. А после обеда? После обеда тоже его не было. После обеда я забрал. Что ты говоришь? Вот сегодня. Сегодня у нас 14, начало поста. Я пришел, Сережа с собаками, да, он на поле. Так, а где Виталий? Я уже заглядываю в комнату, в спальню. Ты там. Вчера был ты там, утром я пришел. И сегодня ты там. О, шторы опущены, света нет. Что ты там делаешь? А я решил маленько там вот это, подремать или расслабиться, не знаю, после того, как встали. Ты не приучен ни к труду, ни к дисциплине. Я тебя очень прошу, не делай этого. Ты с вечера скажи, утром я встанем. Помолимся. С чем я должен заняться? Ты с вечера должен знать. С вечера, а не то, что ты теперь расхорохорился, взвершился, и, а вот вы такие, я больше не буду снимать. Ты уже отрезал себя от этого. Ты уже зарекаешься. Я понимаю, как ты расстался с женой или с кем там жил-то. А я больше никак. Она говорит, да придурок, да, а чем я буду с ним мучиться-то? Да я за любого журналиста лучше выйду. За самого ветреника. Чем с этим идиотом жить? Ну, она вышла за него? Я знаю женщин. Не, она вышла за него, вы считаете? Или не что? Знаю я. Что она сейчас делает? Вцепляешься ты не в это. Главное, ты потерял. А тот нашел, а теперь как нашел? Да как будто там это все были, до журналиста были и после журналиста будут. Это все уже... Ну, твоя это судьба, твоя жизнь. Это пройденный этап. Ты мог по-другому делать. Скажи, сегодня утром, когда все занимаются делом, почему ты опять в спальной комнате был? Один простой ответ. Никого не будем трогать. Ни Алексея, ни меня. Почему? Володя там их на кухне что-то принести. Все один делает. Он не подойдет. Ты видишь какой. Этот ушел с собаками. Почему ты не... Вчера сказал, солома нужна будет. Почему ты не... Я тебя не застал за работой. Почему ты был в спальне опять? А если бы было 20 человек, тебе разницы никакой нет, ты никого не видишь. Почему ты был в спальне, ответь. Дальше. Когда оттуда тебя вытащили, ты здесь опять, идти надо. Вот стоит, я на улице там что подогнал тележку, захожу, все еще стоит. Что ты стоишь? На одной ноге стоит, как гусак. Но, да я переоделся. Я говорю, полпредложения, не хами. Не туда попал, что ли, не в то общество. Я второй раз захожу, ты так и стоишь. Обуваются, когда люди работают, обуваются. Среди дня идешь по туалетам. Да кто ж среди дня ходит в туалет, мужчина? Но в армии, говоришь, был, в армии утром. В тюрьме, в монастыре, всегда утром. Сходили, все кончилось. По-легкому, да, где-то как-то быстро. Ты давишь и давишь на свое. То есть все должны, как ты, по тебе жить, жизнь кончилась. Ты жизни не знаешь. Ты простой человек такой, но хитрый, лукавый, ленивый. Ты показал себе, Игорь, он говорит, а что он, платить если ему, а что я буду платить? Да ничего не надо платить, пускай он, ты все, не надо мне ничего платить. Дайте мне на билеты все и до свидания. Дайте кому мне. Нам что платить? Вот и вот эту бумагу, что я у вас работал, все, мне больше ничего не надо. Ты видишь, куда уже подогнал, куда? Реально. Ты для этого и делал все это? Что тебя выгнали? Нет.
Так а зачем ты это говоришь сейчас? Ну, говорю, потому что... Что мне это... фотографировать не за могут? Что, говорит, платить? Да пускай узнает, за что платить. Я ему ничего не сделал. Что да смеяться? Не про это он говорит-то. За да обед вчера не работал. Речь, потому что у меня... Вы знаете, почему я не работал? Потому что лентяй. Лоды несусветные. Да. Пускай, да. Пускай все, утром, почему не работал, когда я пришел? Почему ты в спальной комнате был? Че ты молчишь-то? Ну, бык перед заколением. А я тогда уеду. Значит, ты не дорожил этим обществом, тебе это не надо. С такой легкостью бросился. А я уеду. Вот это да. Были вместе, были беседы. Ходили, отдыхали. Ну, вот сейчас еще давайте, Игнатий. Еще... Никуда ты не уедешь, ты пока не достанешь грабли мне. Нашлись два олуха. Значит, порядок на сегодня такой сейчас. Мы уходим туда, работаем. И не дури, ты не пьяный. Заканчиваем работу. Володя остается. Заремонтирует велосипед. Дальше берет косу и идет там косить. На дамбе, где мы были, все. Он унесет туда эту лягушку, накачивает. Мы придем здесь, взять тачку Надежды Васильевны, вывозить дрова оттуда будем. Как только Володя прокосит, освободит, дорожку маленько выровняем, потому что далековато на себе носить. Да и охапка еще, там можно больше наложить. Что я сказал? Повтори, чем занимаемся? Да делаем вчерашнее. Повтори, что я сказал, чем мы сейчас после обеда занимаемся. Повтори подробно, чтобы любой знал это. Да я думал о своем, Игнатьевич. Ты ничего не слышишь? Я думал о своем. А для кого я это говорю? От тебя не то, что как с гуся вода. Тогда и не бойся, буду лезть, как гусь. Тебе ничего не будет. А чего тебе лишнее сало-то болтается? А я думал о своем. Я с тобой рядом стою, разговариваю, ты не слышишь. Понимаешь, я... От Никиты в этом плане ни грамма не отличаешься. Тот говорит, глазами лупает, а отошел опять то же самое. Ты жизнь проиграл, не здесь только. Да я в курсе, Игнат Тихонович. Я в курсе, что я жизнь просрал. Еще? Ничего. А если почему ты не стал? Почему над собой не трудился? Так бывает, Игнат Тихонович. Почему ты вот Шмидта не взял пример? Вот ты, Юрьевич, почему? Один из всех студентов пришел к профессору. Я хотел спросить. Можно спросить? Ну, спрашивайте. Ну, чтобы быть культурным человеком, человек должен что просчитать? Я представляю, это ты такое подошел, бревно неотесанное. Чтобы просчитать? Хорошо, я вам составлю список книг. И он дома составил список книг. Он пришел, посмотрел. Так, это я должен Экзюпери знать, и Драйзера. Так, а сколько на это нужно? Он говорит, 750 лет. Но я нисколько не проживу, поэтому вопрос задайте по-другому. Как стать культурным, чтобы это не мешало работе, продолжению моей жизни? У вас уже 20 лет позади? Да. Ну, а 70 лет человеку жить, 50 лет. А дальше у тебя семья и то другое. Сколько? Он ему тогда список уменьшил, говорит, вот это, а это на это сколько надо? Примерно 120 лет. А как? А вот теперь вложись в то, что есть. Ты никогда не подойдешь, ты здесь был, ни разу не спросил, а только все время сразу напрягаешься, мне сказали, проиграно, просрал. Да кто тебе виноват, когда ты из страны не вылазишь, сидишь в туалете? Зачем ты эти слова говорил? А ты бы сказал, я приехал сюда, представь, как Михаил Кальмаев. Михаил Михайлович, он все знает, свидетельствует, работает. И он, как только ложатся вот эти вот спать, в поездке с нами был, он потихоньку подойдет ко мне, а я сижу еще что-нибудь. Ох, Игнат Тихонович, как я вам благодарен, что вы меня взяли в поездку, как многому я научился. Эти как только начинают что-то хамить, вот он стоит. Пупков, Сергей Павлович, я им дорогу и говорю, скажите, вот ты сейчас эти слова говорил, а Михаил Кальмаев мог эти слова сказать, а они с Третьяковым оба одинаково? Нет, нет. А зачем же ты это делаешь? И он это дорогой делал неоднократно, походит, и видит, я свободно подойдет и поблагодарит, что его взяли, как многому я научился. Человек, знающий много, и он еще многому научился.
А ты, а я чего здесь? Мне зло, он сказал. Ну, он сказал. И каждый день говорят это. И что? Каждый день Путина рисует за решеткой, там к стенке его ставят. А он свое дело делает 18 лет. 18 лет, и на него надеются миллионы. Миллионы людей во всем мире. Я видел, сейчас не могу сказать, где сам МИД был. Там стоят охранники. И в это время женщины пишут на себе, да пошел ты на три буквы его, на себе майки там, на улице. И вдруг они, эти женщины какого-то поведения, они врываются туда, а они стоят в это время здесь, как бы у них промежуток, там, или, кстати, перерыв какой-то, охранники, конечно, около Путина охранники. И они бросаются к нему, их валят на пол. Бросились все охранники от двери, которые здесь. И Путин мгновенно, как будто его здесь не было. Я смотрю, его нет нигде. Где-то, то есть за кого-то, где-то телохранители его закрыли. За ним охотятся. Ты знаешь, он когда первый раз встал на колени? А зачем тебе знать-то? У тебя голова забита своими проблемами. Проблема. Ненавижу это слово. Путин сам говорит в интервью. И говорит, вот когда захватили, там заложников, на Ордосте было, что делать? Газ пустить? Люди невинны. По-другому их никак не взять. Они вооружены, только поезд сомкнуло, взрыв, все люди погибнут. Что делать? Я говорю, впервые стал перед образом Богородицы или там Христа. Я возмолился, что делать, Господи? Ни один человек, ни ФСБ, никто не помогает. Все не знают, говорят, такой ситуации не было. Столько народу захватили. Что делать? У тебя была такая ситуация? Путин виноват. Я Путину не верю вообще. А? Я не верю всем этим легендам и сказкам. Он не верит. У тебя и веры нет, оказывается. А я верю. Я Путину не верю. Я верю на 100%. А я нет. Ну, ты сказал, не верю. А на чем твое основа неверие? То, что он говорит, все наоборот делается. Так если ты не делаешь, оно и делается. У меня один знакомый был, мастер петь. Говорит, он составляет стихи. На музыке играет. Я могу назвать тебе фамилия Попов-Ладанов. Бабка Ладанова была, он представил себе эту фамилию. И скажу, хороший человек Сергей. А советскую власть не любит. И чтобы досадить, говорит, разрушить, не должен я работать. Ты прямо к нему влился бы. Не работай, оно все развалится. Это Ганди еще знал. Ты не хочешь стать человеком. Ты один ответ не дал сегодня. Почему, когда все работают, в это время ты в спальне находился? Я пришел, ты там стоишь, перебираешь проводки какие-то, считай, для виду дать. Ты их мог здесь смотреть. Игнат Тихонович, я маленько прикимарил. Чуть-чуть. Вот. А почему ты врал-то сказал? С разрешения. С чего? С братьев, они не против были. Так ты ему разрешал кимарить? Разрешал. А зачем? Ну, я у нас думал. Этого нигде нету. Дети, никто не ложится, встает никто. Ты так не, я не ложился, Игнатий. Никакого права. Здесь живущий никто. Вы сказали, не ложи, вот прислонился чуть-чуть. Ну ты перейди на другой режим. Сколько тебе надо часов спать? Урежь сразу половину. И начинай бороться. А я решил покемарить. Батюшка работает. Алексей там лежу уже, козу кормит там. Все работают. А я покемарить решил. Так я же для того, чтобы ну, силы были для работы. Для того. Вот вчера у меня не было сил, сегодня, слава Богу. Понятно. А если он спит 10 часов, у него слава Богу. Да уже никакой славы-то нету. Апостол Павел говорит, ежедневно был, все годы, со слезами учил, в бдении, молитве посте. Что такое бдение? Ну не спал. Не спал. А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Когда ты молился со слезами, перед Богом и умолял Его сделать тебя другим. Прости меня, Господи, что я сделал, искорежил жизнь свою так. Сколько я зла принес людям. Конкретно. А то Алексей сказал, ему причинили зло. Какое зло? Его там упрекнули. Его увидели в интернете. Он не желает, чтобы его снимали. Вы хотите, чтобы я не ходил? Ну, это твое дело. Но если мы снимаем, мы тебя в мешок толкать не будем. Ты здесь есть. Ты не должен был снимать, и ты спокойно рассудил бы, нет, ты задрыгался, уйду, здесь ушел, там ушел, и тебя нигде нету. Нету.
Лучшего места для спасения, для детей, воспитания, чем у Патриархии, я вообще не знаю. Я согласен с вами. Ясно. И ты зачем эти слова говоришь? А я больше никогда не буду снимать. Если барабашу, я там ничего не сделаю. Еще раз говорю, вчерашний до обеда. Зачем ты теперь говоришь-то? Речь идет о вчерашнем до обеда. Ты же там сказал, не работал, а тут что-то стал... Да он сам же понимает, Игнатий Тихонович. Ты сейчас перебиваешь. Сколько раз ты уже ринулся? Я говорю, ему говори, молчи. Дальше я говорю, я зашел, ты проводки перебираешь. Да я вот, то есть, тень на петель наводишь. А теперь рада, что я понимаю. И тебе даже нужды нет, ты бессовестный человек. Сивкины глаза, говорит, лошадиные. Крупным планом, дай ему глаза. Так, я дальше сказал, повторяю еще раз, ты думал о своем. А своего-то у тебя ничего и нету. В баню зашел, свои порядки, а баня-то не твоя. В спальню зашел, она не твоя, свои порядки. Нет, в чужом доме ты делаешь, что сирах говорит. Что скажет. Подвинься, подвинулся. Ты даже эти правила не понимаешь, поэтому ты нигде друзей-то не имеешь. Настоящих друзей, которые там против женщин, там, которые... Это такого севопляса ты найдешь. Да нет, общество назовут себя, воля Божья, не стоит Сарионова, это точно такое, я гляжу. Все, едет в машине, где-то рассуждает. У него другого-то ничего нету. И вот таких последователей находят. Я говорю, сейчас мы обедаем, а время уже к 8. Володя остается здесь. Почему? У него опрокинутый велосипед. Он на нем 2 дня проездил, это китайский. И уже цепь там полетела, все. Обманщики. Целая страна на обмане живет. Хуже продукции, чем от них нету. А. Пилу взяли, а. Игнатий Тихонович, Никита Колесников написал насчет велосипеда. Братья, говорит, можете пользоваться, ремонт за ваш счет продавать. Говорит, я не его понял, не... что сказал? Володя писал тоже Никите насчет велосипеда. Я ему писал. И мы писали. Я писал, что не тронем никогда. Без его разрешения. Вот. Он разрешил пользоваться с условием, что ремонт за ваш счет. Но это и само собой разумеется. Нет, купите его сначала. Продавать, говорит, я его не буду. А то он говорит, у него денег нет, он на работе там что-то имел непонятные какие-то. Вот он сегодня мне сообщил. Но он сказал. Да. Он не сказал, мне так говорят, а я все равно выложу. Глушков приедет. Он ставит свой прицеп у меня, он там и сейчас стоит. Все. И мне на стол сливки, то другое. Игорь, да ладно, не надо, он очень добрый, Глушков Игорь. Игорь, сколько почем ты продаешь? Да зачем вам это, сам смеется. Игорь, у тебя семья. Забери это. А он где-то маленько, чтобы было порвано, они, я вижу, искусственно делают. Я догоню, деньги его в карман все равно положу. Это же делает Игорь Барабаш. Да ладно, у меня осталось порог. Игорь, сколько он стоит? Столько-то. Я ему деньги на кону. Он сказал по доброте, а я по справедливости. Я ж так не могу рассуждать. Если Никита сказал, что ремонт за ваш счет, пользуйтесь велосипедом, если что-то сломается... Не жаль его счет, это и так понятно. Это и так понятно, но если он сказал, что ремонт за ваш счет и пользуйтесь, он разрешил пользоваться, это говорит о том, что велосипед ему нужен, может он приедет и будет дальше на нем ездить, он отремонтирован. Ну, да, развалюха. Почему? Нет, отремонтирован, нет. Это причем развалюха? Он оставлен здесь. Когда мой велосипед был, я ему разрешал ездиться. Может быть, он да. Мой велосипед сломал. У него велосипед, и, Сережа, и не трогать. Я велосипед, не трогаю, как бы. Велосипед новый. Новый, вон он тоже разваленный. И что эти то новые? Они на той велосипеде, чтобы на них ездить, ремонтировать. И все. А что они стоят, ржавеют? Их вон сколько проживают. Сколько стоит деньги ему перевести, или когда приедет, или туда дать? Не трогать. Ну это просто вам понятно. Не трогать. Он нам не принадлежит. Не пожелай чужого, написано. Мы не желаем чужого. Мы спрашиваем, можно пользоваться? Уже вывели здесь, я остановил. Что ты? Уже был, никто не спрашивал. Да потому что он меня не спрашивал, когда на моем велике работал. У нас дружеские отношения. Он берет мои вещи, мое, все мое, твое, твое, мое. Ну, поэтому может, я так и сделал. Так. Может и так. Старый велосипед, это один вопрос. У него новый купленный, даже поэтому. Дальше. У тебя какие-то деньги, там что-то. У него ничего нету. Совершенно. Ему за целый месяц ни рубля нету. Когда ему здесь Потеряевка задолжала вся, я ему все долги отдал. Ну, делайте как хавона, велосипед не трогать. Дороже. То есть, вот, как не трогать, если хозяин разрешил не трогать.
Ты на чьей стороне сейчас? Вот я говорю на велосипеде. На его или на моей? На Серегина. На Серегина. На Дасов и Гапар. Не, серьезно. Он стоит там, живет. Техника должна работать, Игнат Николаевич. Он ремонт будет делать. Я сегодня уеду. Ему разницы никакой нету. Да нет. Ремонта не давать, у него денег нет на ремонт. Конечно, не будет никогда. Мне не нужен этот велик. Я его не прошу. Я просто говорю, что Серега... Иногда нужно куда-то быстро... Он не разрешил же брать что-то. Все, вот, главное, он разрешил. У меня детский лагерь. Детям хочется покатиться. Велосипед брать нельзя. Я работаю на стройке. Помощи никакой ни от кого тогда не было. Я покупаю два новых велосипеда, привожу их. И детям разрешаю. Но при одном условии. Вот как только кому надо прокатиться, а деревья были маленькие еще, на вышку залазит человек, дежурный смотрит. Там они доезжают до костра, в яму несла, вот это, не слазят, вот, на дороге там эта выемка. И туда, да, вы поняли? Вот сейчас доедете, да куда обернетесь, чтобы вас видно, и он вас видел. В сторону деревни не ездить, а вот здесь можно ездить. Они катаются, а раз одного нету, сразу команда, где? Его нету. Тревога. Потерялся человек. А он завернул другую дорогу, вот сюда, вот по этому проулку, где вчера вы ехали. Тот другой, все, с велосипеда слазь, больше не будешь ездить. Всем это наука. Я два велосипеда привез, купил, чтобы детям было хорошо. А чтобы чужой велосипед взять, да с чего ради, если он за него платил. То есть он работал на меня. Я не могу этого позволить. Другое дело, это магазин, у человека их тысячи велосипедов, он махнул рукой, мне дал, а я на него не поехал, я отдал его Володе. То есть мы разные, мы очень разные, и ты мог бы научиться, от тебя я научиться могу только одному, так жить нельзя. И восклицательный знак. Так жить преступно нельзя, два восклицательных знака. Так погибельно для жизни вечно, если будешь жить, три восклицательных знака. А ты еще дергаешься, а я уеду, еще ты сделал кому? Я тебя не держу. Но ты сначала грабли мне достань. Так, Володя остается здесь, точит косу, идет и косит, выкашивает все. А мы сейчас идем, заканчиваем, возвращаемся сюда, берем тележку и туда идем. А вы на лодку садитесь и начинаете бороздить. И грабли им вытащите туда. Грабли, Игнат Тихонович, если у нас не получится, я... Поеду в Барнаул и куплю вам двое таких граблей в Ребрихе, то есть в Барнауле не продают. Не надо, только вот эти надо мне, именно такие. Точно такие же они будут. Это и самодельные, таких нету граблей. Ну, примерно, сейчас, нету. Сейчас в деревенске. Какие-то целлофановые или что-то там. Это настоящие сваренные, железные. Я знаю, какие они были. Такие, говорят, я у Андрея спрашивал. Мне себя. Память это от сестры. Память, ну память. Значит, память. Искать. Вы поехали в другой квадрат. Не дальше 2 метров сказано. Вы поперли там, говорится, на 5-10 метров. Ну что теперь там на этом озере время столько тратить? Я куплю вам этих 10 этих граблей. Садимся за стол. Дешевле обойдется, чем там. Садимся за стол и делаем, как сказал. Заканчиваем сегодня здесь. А ты словами разбрасываешься только, чтобы ничего не делать. Это тебе очень хорошо. Я тебя отведу. Ну и уходи, ты мне не нужна. Вот так ты и расстался. Я тебе сына не дам, да не показывай, не нужен он мне. Вот так можешь так, такой человек отвечать. А ты скажи, нет, я виноват, прости. Снова начать нельзя, ну прости. Я буду ниже травы, тише воды. А ты еще горлопанишь, что-то пытаешься. Где мы с тобой разговариваем, ни одного положительного отзыва нету. Ни одного. Все понимают, мужик не прав. Да как так? Это твой ребенок. Один, говорит, у меня было 350 тысяч задолжал, говорит, ну и что, работа, сейчас 50 осталось только заплатить. Никуда это не денется. Страна олени, что я могу сказать? Ты считаешь себя правым, что не платил алименты? Я вам объяснял, по какой причине. А? Все я платил, Игнат Тихонович. А откуда 300 рублей набежало? Нет, я имею в виду, пока сын был доступен мне, все, как сказать, деньги. Ну не доступен, наш сын остался сыном. Все, я говорю, слушай, как так ты это? Суд присудил ребенка ей. Ну а кому еще? Женщинам сейчас присуждаются. Обман. Батугин был, Михаил привозит. Ему присудили. Как правило, так скажем. Понимаешь, все время ложь идет. Игнат Тихонович. Я сколько встречался, который остался.
Мне на комментарии, я скажу вам, наплевать абсолютно. Вот все, ну, что ты сказал на свои слова. Отцу присудили. Отцу. Михаилу Батугину. И она была против тут прокуратуры. Она у него... Я сейчас и говорю на полслове, ты ничего не слышишь и не видишь. Прокуратура, полиция приехала. Она это все инициировала. Но проходит время, осенью позвонила. Я виновата. У них что-то начало налаживаться. Можно я к вам приеду? Человек, который против, который в органы жаловался. Такая была проверка. Проверка, я их не запустил, пока юбку она не надела прокурорши. Такие отзывы, она такая прекрасная. И это лейтенантша все тоже. У тебя ничего этого нету. Ты не можешь ничего подобного сделать. Почему? Самомнение. Утроба. Главное для тебя твоя утроба. Ленивая, жирная. Ты понял? Да. Вот с этого начинай. Идем на работу. Вчера ты до обеда не работал. После обеда ты работал вчера. Там был у нас, хорошо работал. И то ты пошел, нарушил чуть-чуть в сторону, и тебя сразу же выявились Алексей. И все, Алексей, я снимаю. Никто никогда ничего не говорит. А почему? Тебе не было сказано по стенам водить, снимать, это заснято все. Ты не прав. Ну кто? Нет, тот такой, я не буду больше снимать. Да кто ж так делает? Ты за рог даешь. А вы можете сказать никогда? Никогда. Если я плохо снимал, подскажите, я буду стараться учиться. Возьмите меня. Я пошел бы, говорит, повар, пусть меня научат. Я пошел бы летчиком, пусть меня научат. И в армии. Не умеешь, научим. Не хочешь, заставим. Так? Или не было у вас? Там не так сейчас. Не так, а как было? У нас там только так было. В армии бухают, что-то там публичный дом. А вот, сейчас корабль, где я служил, это публичный дом на воде. Начиная с капитана, водят женщин, что-то. Ну ты в этом месте был, какой след ты оставил там? Вот такой, какой ты есть. Ты другим ты не мог быть. Ну, да не буду я рассказывать. Да не будешь ты нечего рассказывать. Как нечего, есть что рассказать, но не буду. Я тебе говорю, главный рыбак Алтайского края, главный рыбак, Север Владимир Митрофанович, когда арестовали, а он такой рыбокомбинат, ему рефрижераторы идут с Дальнего Востока, с Тихого океана, с Прибалтики, разная рыба, он самую дешевую рыбу здесь сделал, корпуса строил, вот эта земля Потеряевская распахал, каждому, кто работает, квартиру дал. Каждому это вообще невозможно. Зерно. Это все он делал. Но строили стадион, и там копали траншеи, их не было, закладывали трубы, не было. А как люди едут, я чем должен кормить? Его посадили, и мы двое сидели. Двое с ним. Ему 14 лет запросил прокурор. За убийство 5 лет дают и досрочно освобождают. Я за него ходатайствовал. Жена Нина Ивановна. И она поехала в Москву ходатайствовать. Они правильно, приговоре, то другое. Остановись, Олеги, на вокзале. Я ей дал адрес зятя по сестре. Ее там так приняли, она в жизни, наверное, не видала. Она потом скажет. А приехала, заболела, а я уже освободился. Я пошел ходатайствовать за нее и в прокуратуру, и писать в Центральный комитет партии. А он коммунист был. И она, я говорю, Нина Ивановна, как-то первая встреча у меня... Затуманилась. Как было? Я лежал в реанимации. И вот, говорит, я открыл глаза и вижу что-то такое волосатое передо мной. Я никогда не видал, там, или испугалась, или что-то. А возле моей кровати на коленях. В реанимации незнакомая женщина, и перед ней стоит что-то волосатое на коленях. Что это означает? Ты в своей биографии такой штрих можешь показать? Теперь ему помогают все ходатайства, он выходит. Вот за это время полностью сумели развалить. А у него там космонавты, там Севастьянов, Герман Титов, первый секретарь партии, все там обитают. Она говорит, я по два ведра только супа варила, Нина Ивановна. И как он освободился, он первым делом приехал сюда. Меня не было, я, кажется, в Америке был. И он увидел, батюшка на тракторе едет. До того он восхищен был. И вот к нему на дом пришли. И говорят, Владимир Митрофанович, в полный упадок пришло предприятие без вас. Мы хотим, чтобы был директор. А он посидел и говорит, знаете, я вам расскажу одну историю. Я сидел в камере с одним человеком. Звать его Лапкин Игнатий Тихонович.
И вот он сейчас бы выслушал, с нами сидит. И меня интересует его мнение. Человек всю жизнь коммунист, директор, там такие секретари. Замминистром, говорит, заходил, говорит, дверь открывал ногой. Он бы сказал: Владимир Митрофанович, надо поднимать. И люди вас знают. Согласился. Опять трудно что-то где-то, трудная обстановка. И он там говорит, вот сейчас у меня освободился один паренек знакомый, мы сидели, встречались с ним. У него в жизни 25 лет, он еще дня не работал. Серьезная статья была, очень серьезная, 10 лет отсидел. И он ко мне приехал, устроить его, на какую работу? Ну, рабочим говорит. Вот знаете, я с одним человеком сидел, лапки на этой тихо. Он бы сейчас сказал: Владимир Митрофанович, возьми и научи. Так что, Алеша, я тебя беру. А Алеша любил голубей. А рядом два друга, они не любили. Они у него срезали замок, и голубей съели. Ну что, выпустил? Вот тебе, как это Шариков говорил. А вот так-то. Он опять парнишка где-то что-то делал, продавал там что-то и купил опять голубей. И они опять его своровали. Вот тогда не стал голубей покупать, а купил ружье. Обрезал ствол и с собой носит. И когда он шел, ну что, наворковался с голубями в окно, ха-ха-ха, он быстренько раз собой сразил сразу насмерть этих братовьев. Эту заразу смел с лица земли, а ему 16 лет еще нету. И вот он отсидел 10 лет, ну теперь считает 25 лет ему, а он там был, работал только там где-то. И он все время рабочий Нина Ивановна говорила, что бы сказал Игнатий Тихонович. А ты рядом стоишь и ни разу этот вопрос не задал. Ты вчера работал, твой вклад уже там есть. Ты уже там есть. И тебе не стыдно. И ты работал хорошо вчера. Работать можешь, это я подтверждаю. И главное, с одной работой ты бегом ломик взял, тебе не надо заставлять, ты просто глядишь, ты можешь, но ты обнаглел беспредельно. Чтобы тебя кто-то кормил, жену или ребенка кормил, и все. Когда я сказал, ты хорошо работал вчера, ты стоял спокойно. Как сказал, ты обнажил, ты сразу закрутил головой. Твое я не умерло, отвертись с тебя. Возьми крест и следуй за мной. Это крест твой. Крест. А ты мог бы по-другому сказать? Не мог, это было бы лукавство. А с Лешей буду я говорить, выявлять? Нет, конечно, потому что ничего и не было. Он сказал только по одной причине, что ты его снимал, и где он, мы его снимали, он считает это зло. Зло-то в нем тогда. Учит боязливых в озере Огненном. Там не написано, кого бояться. Учит боязливых в озере Огненном. Богу трусы не нужны. Вот так. Если зло причинил, только он сам себе этим отношением, причастию к старообрядческому. Не надо бояться. Без причастия Бог спасает. И нигде в Писании не написано, что без причастия не спасешься. Без причастия жизни нету, когда не причащается. Жизни нет, он дохлый человек, трухля. Они Писания не знают, и лгут все. До святых отцов не говорят правду. Причастие не спасает. И то, что меня незаконно отлучили, Златоуста отлучили, еще из этого анафеме предали, ничего не значит это. Я за это получил награду, я гонение терпел. Девушку взяли, арестовали, отдали солдатам. Ее в один день 200 человек насиловало. Она говорит, за это я получу награду. Вот и все. Это перед Богом. Это душу мою терзали, тело я этого не хотела. Ты нет. А я такое дело, я сам себя кастрирую тогда. Не годится. Не прав ты в этом. Возьми свои слова и покайся в них. И снимай, и живи. Никуда уезжать не надо. В прошлый раз я тебя отсюда выпроводил, буквально выгнал, а сегодня нет, я вижу изменения какие-то. И напрасно ты это, слова такие выпустил на свет. Ты не думаешь, что без тебя тут, Игоря, зерно некуда будет. Он за счет этого, и батюшка там, я... Я подумал просто, что... Нет, не, ты поторопился. Проси прощения у Бога за это. Молимся. Господи, слава тебе. Ты дивно велик, хвала тебе. Устрой нашу жизнь по заповедям твоим святым. Кроме тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. Да будет благословен этот день. Благослови братья наши, узников, томящихся за слово твое, психиатрических
темницы. Посети болящего Сергея, парализованного, Валерию, болящую Ольгу, Людмилу, Валентину, Валентину, ты знаешь их? Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за доброе отношение людей и за злое, за друзей и за врагов. Ты через это желаешь, чтобы мы отверглись сами себя и во всем доверялись тебе. О, Иисус! Да будем мы благословенными чадами Твоими, между нами тобой всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему. Хвала Тебе, Аллилуйя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Хочешь молиться? Помолись. Благодарю Тебя, Господи, за наставление через друга Твоего Игнатия. Благодарю за все суды Твои, за все, что происходит в моей жизни. Благодарю за то, что за Потеряевку, вообще за это время, проведенное в этой деревне, рядом с Игнатием и с братьями, это великая польза от этого. Слава Тебе, прости меня грешного. Аминь. Садимся за стол. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотри, какую картонку Володя Кудрина достал до самого потолка. Садимся. Хлеба больше не будет, кроме этого. А вот еще есть. Тогда можно взять здесь.